Последнее в этом году заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберцы. Народные избранники утвердили промежуточный ликвидационный баланс администрации городских поселений, определили ряд правил землепользования и застройки, а также обсудили другие вопросы. В начале заседания народные избранники рассмотрели и утвердили перечень имущества, принятого из собственности Российской Федерации в собственность муниципалитета. Это имущество ФГБУ науки Винитиран, располагаемое по улице Волковской, дом 69. Это земельные участки и нежилые помещения. Документ в установленном порядке согласован, все замечания и предложения учтены в полном объеме. Далее депутаты утвердили перечень коэффициентов, применяемых при расчете годовой арендной платы за нежилые помещения, а также базовую ставку арендной платы за коммерческий наем жилых помещений, которые находятся в муниципальной собственности городского округа Люберцы. Предлагается данным проектом решения сохранить размер базовой ставки в размере 1884 рубля за 1 квадратный метр в год, то есть сохранить на уровне 2017 года. На последнем в 2017 году заседании Совета депутатов утвердили правила землепользования и застройки территории городского округа Люберцы. Заместитель главы администрации Сергей Таневский отметил, что в ходе подготовки документа была проведена разъяснительная работа с жителями, а также прошли публичные слушания. Заключение по результатам публичных слушаний утверждено постановлением администрации городского округа Люберцы от 27 июня 2017 года. Информация о проекте правил землепользования и застройки территории городского округа Люберцы размещена на сайте администрации в разделе «Официальные документы. Публичные слушания». Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.